Все страдают комплексом неполноценности, да? Вот. Это было бы неплохо, если бы все страдали комплексом неполноценности. Вот. Проблема состоит в том, что мы с вами страдаем патологическим комплексом полноценности. Ну, то есть, вот, например, человек считает, что, значит, он должен быть, безусловно, привлекателен для всех. И если он для кого-то непривлекательный, он находится в драме. С какого ляду? Что с ним такое? Его опрызгали этим парфюмером? Кто Зюскин дочитал? Что он вдруг, его все должны хотеть? Нету такого закона, закономерности такой нету. Ну, если это не Зюскин-то.